Вот этот цветочек наверняка все знают. Ну, не все, может быть. Но иногда в магазине мы покупаем из него порошок. Такой, как кофе. Называется он цикорий. Некоторые говорят, о, василек расцвел. Это не василек, это цикорий. С его корней вот и делают этот цикорий. Корни жесткие, я бы сказал. Даже очень жесткие. Если в проволоку алюминиевую можно ножичком тюк, и она отлетит хорошим ножичком, то с цикорием у вас это не пройдет. Твердый корень, твердый. Но главное, что он в себя не впитывает ничего. Можно рвать везде его, копать. Вдоль дорог, хоть где он, радиацию он не впитывает. Ну, такой корешок, короче, хороший. Так что вперед, все за цикорием. Кому, конечно, интересно своего пожарить. Естественно, его надо будет, как семечки. Потом запаривать. Цвет будет коричневый, темно. Ну, там сам уже регулируешь, какой тебе надо. Но он по-любому будет коричневым, темным, как кофе. Вот такой это цветочек. Двинул за Викторией посмотреть. Если что-нибудь не осталось, то соберу. Если не осталось, не соберу. Этой дороги не было. Ее пробили недавно. Была одна вот эта. Чем она лучше, я не знаю. Но автолюбителям виднее. А нам можно по любой. Вот он еще. Вот такой цветочек красивый. Кровохлебка называется. По крайней мере, мне мама так говорила. Кровохлебка. Кровоостанавливающий, что ли? Ну, кому интересно, почитайте. А вот зверобой появился. Желтенькие цветочки. Внизу иван-чай есть. Он растет. Там его можно брать. Там почва хорошая должна быть. Знающие люди говорят, что иван-чай нужно собирать в низинных болотах. Он там вкуснее. Там какой-то цветочек красивый. Вот он. Вообще ямку всю уже. За 2 года он весь переехал. Вот здесь его было в прошлом году больше. Он сюда перекочевал. А вот и лобозничок появился. Вот как его не собрать маленько. Надо подкосить.
Хорош. Оставим на развод. Нашкуляю себе на пару заварочек. Пару-тройку, может быть. Фу, сразу запах вкусный. Спекся весь. День жаркий будет. Чуть ли не под 30 будет бузовать. А там наш заводик печки топит. А мы с курением боремся. А этого нельзя трогать. Вон там Иван-чай. Вон целая плантация. Вон. Кружище какой. Большущий. Если его только видно. Сейчас я попробую приблизить. Сюда упора. Веревки мои болтаются. Телефон привязал. Потому что я его потерял один раз. Ну все. Ладно. Хватит здесь стоять. Взяли, завалили сюда. Наехали, что ли, чем? Ну, сейчас отодвинули. Вот они. Смотри, какие дрёны. Там тоже повырубали. Да? На горе. Уже не успел, сука. Не, всего уже съели. Вот на горку поднимаешься, и с правой стороны там вообще посрубили и поскладывали. Народ. Одним днем живут. Одним днем, идиоты, да. Ну это точно. А? Грибы? Да. Я не за грибами. Ну я проходил. Дня три назад здесь ничего не было. Под осиновик один раз нашел. Под березовик неделю, наверное, назад. Он здоровый такой. Один стоит. Я ему даже говорю, здорово, братан. Говорю, пошли со мной. Раз, он в холодильнике лежит, в морозилке. Я их натаскаю маленько на жареху. Ясно. Надо в разведку глянуть. Говорят, есть. Ну, по крайней мере, неделю назад не было ничего. Мухоморы были один год здесь, хорошие. Да вчера-то шли тучи прям отсюда, и они туда ушли. Да они вчера меня с панталыги сбили, с утра дождь был, я хотел с утреца убежать. А потом посмотрел по интернету, будет это, кто она. О, здесь земляника-то крупная, смотри какая. Ну все, не, надо бежать куда-нибудь, иначе сейчас зависнешь на этой землянике и будешь ее клевать. Ну, хоть это, чага где, на каких березах растет? Ну, здесь нигде я не видел. Не видел? Я вот сколько лажу, 6 лет я здесь ползаю, я еще ни одной чаги не видел. Я там-то видел, ну, тогда не надо было. А всегда так. Она еще попадется, падла где-нибудь наверху. Высоко. Но. Высоко, да? Но надо будет что-то вырубать эту, топор к ней привязывать. Угу. И потихонечку ее тюкать. А иначе как? Или когти с собой возить, что ли? Не говори. Ладно. Ты далеко еще пойдешь? Нет, я сейчас все сворачивать буду. Я уже пришел, вот, поворот.
на смородину наткнулся. Вот такой кустик здесь. Она еще зеленая. Вот немножко черненькая есть. Она не черненькая такая. Сейчас мы ее попробуем. Естественно. Вот она. Смородинка. Все, вот она была. Нету. Это Виктория. Вот она здесь растет. Вижу красенькую. Вот она. Я уже малины поел, а Виктории поел вот этой. Несколько штук вишни мне досталось. Тут Виктория еще зеленая. Не вся, весь вот такая вот. О, какая. Малина. Уйди, не кусай меня. Пойду дальше. Вот так вот. В таких вот дебрях растет Виктория у нас. Вот в этих березках. В осинках. Ну, пойдем дальше. Это Иван-чаек у нас начинает уже цвести. Какой-то он невзрачненький, его тля он похавала. Не повезло. Это все Виктория. Буду пробовать смотреть. Сейчас сниму все с себя. Вот это вот так вот повешаю. Это с собой забираю. Рюкзак снимаю. Тоже его вешаю. Вот так вот. Все. Всем привет. Пошел я ягоды собирать. Правда, меня стескали здесь эти. Воды и прочее. Якушки. Так, пусть стоит. Пойду смотреть. Может, что-нибудь будет. Занесла меня опять нелегкая. В тенечке стою, отдыхаю. Мне надо вот к этим беленьким шапочкам. Я их сейчас соберу. Фух. Так. Рюкзак. Обвешался весь. Как черт знает что. Там он. Город там. Thank you.
шел оттуда я. Вернее, оттуда. А вообще, все правильно, так по кругу я шел. Ну что, пойду. Фух, еле кое. Вон внизу еще есть. Там Иван чая просверкивает про это. Вон он. Красивые цветочки. И там он торчит. Хорошая метелка. Я на ней сейчас спущусь. Мне все равно туда тёпать. А тут вот папоротник. И тут папоротник. И пошло дело. Это там вот малина, вот малина. Вот это все по низу, это вишня. Все по низу вишня. А под вишней, вот в этих березах, Виктория. Фух. Ну все. Вот что мне нахлапал. Вот букетик я приготовил. Маленький. Вот надрал. Там малинка, там Виктория. Сейчас вот эти подкашу. Раз, два, три, четыре. Хватит. На рассаду. На развод оставил. И там оставил. А он здесь всегда растет. Так, что? Тем не пошел, они еще маленькие. Не, ну как-то, ну не пошел и все. Пожалуйста, кресло, садись, отдыхай. Тенечек спрятался под папоротник. Вылажу. Это что здесь мелковат? Вон там в прошлом году я полз, вон потому. Он пол меня прям в мой рост. Все, он не очень. Зато меня прям тут очень. Вот я стою, а вот папоротник. О как. А здесь под низ. Давай, вали. Фух. Все. Спрятался я. Ну все, пристегиваемся и полезли. О, хорошая шапка. Вот эту шапочку надо обязательно забрать. И вот эту макушечку. И это пойдет. И это. И это. Пчелки. Ну и мне дать чуть-чуть.
Ой, это что за цветочки такие? Красивые. По 3 метра. Не меньше. А может 2. Ну я 1,75 м. И еще вот 75, и тут еще 2 метра. Точно есть. Даже вот, а эти вообще он длиннющие. Больше 2 метров. Ладно, пойдем дальше. И выдает уховалки свои. Какие у нас планы? Тут тоже костяничка, еще зелененькая. Пойду. Помочусь, обмочусь, в смысле водой обольюсь. Уйдите от меня. О, клубничища какая крупная. Плавают. Хоп, услыхали. Убегли. Вон карасище стоит. Видно, не видно, не знаю. Ну вот она, рыбина стоит. Не скажу какая. Лыба, вы кого там ждете? Ну-ка, камушек кину. Разбегутся? Конечно. Нате. Бульк. Все, свинтили. Вот еще бегут туда. Рыба есть в этом болоте. Здорово. Чего ругаетесь? А? Все, все, ну иди мне. Иди мне. Ну прекращайте. Молодец. Все, фу. Хватит. Ну мы же уже и виделись. В прошлый раз. Что, забыла, что ли? Ну иди сюда. Водичка у меня. Холодильничка. Там еще кусок льда плавает. Бультыхается. Холодное. Хорошо.
Первый раз за весь день попил. Ребят, на работу поехали. У них там объект, эти озера. Они их чистят от травы, от мусора. В общем, следят там за порядком, чтобы все работало, бурлило. Скоро зверобоя. Сейчас мы его здесь подкосим. Ах ты, гадина. Хорош.